Привет, и мы продолжаем приключения щенка Хэнка. Хэнк, привет, вставай. Итак, друзья, мы перешли на 10 уровень. Здорово. Отлично. И наш Хэнк щенок подрос. Отлично. И у нас открыта какая-то миссия новая. Интересно, что же это? Ой-ой-ой. Но давайте-ка отведем Хэнка первым делом в туалет вот сюда. Побежали, побежали, Хэнк. Отлично. Я его следила. Ой-ой-ой. Какое облегчение. Вот здорово, хорошо. Ну а теперь давайте-ка покормим нашего Хэнка. Что там еще нового у нас открыто? Так, следующую страничку. Ну, давайте возьмем ему вот эту фруктовую какую-то вот такую вот сборник. Но накормим мы все же его пиццей. Так, и на 100% сразу накормили его полностью. Отлично, друзья. А теперь давайте-ка перейдем на остров, посмотрим, что же там нового произошло. Итак, что же нового на острове, друзья? Давайте-ка посмотрим. Ага. Итак, у нас соберем кристаллики, монетки. Вот так здорово. Отлично. Нет, ну мы тебя, вот, по-моему, здесь уже фотографировали или нет. Ну давайте-ка посмотрим. Да, маги папа там нет, ее здесь не было. Отличная новая фотография. Замечательно. А теперь, друзья, давайте-ка мы с вами обновим наших животных. Вернее, давайте мы обновим игрушки. Вот. Итак, здесь мы поставим. Поставим, поставим. А давайте-ка поставим вот эту стиральную машину. Здорово, посмотрим, что там интересного будем. А вместо вот этих колокольчиков... Нет, пусть колокольчики будут. Мы их последний раз покупали. Так, а еще вместо этого пенька... Да-да-да, мы поставим что-то новенькое. Итак, что там у нас есть новенькое? А вот... Вот этот матрасик поставим. Отлично, друзья. А вместо этого ботинка... Ага, ботинок тоже у нас новенький. В принципе, друзья. Хорошо. Ну, в принципе, все остается. Только положим сюда еду. Положим вот эту фруктовую нарезку. И посмотрим, что же произойдет. Отлично. Готово. И привлечем зверей. Интересно, кто сегодня к нам попадет. Вот, здорово, смотрите, друзья, новые животные. Я еще такого нам не попадалось. И что же это за дверь? Какой-то, по-моему, хамелеон. Необычный. Да, хамелеон хлорофилл. Здорово, друзья. Здорово, очень необычно. А это что у нас? Розовый фламинго? По-моему, да. Был ли он у нас? Нет, друзья, еще не было. Замечательно. Так, а возле стиральной машины у нас вот такая вот замечательная зебра. Очень хорошо. И у нас открылась новая одежда. Боксерские шорты. Да, да, конечно, хотим. Давайте их наденем. Ох, смотрите, как здорово. Вот здорово, замечательно, Хэнк. Вообще классные шорты. Отлично, возвращаемся на остров. Посмотрим, что же там у нас новенького. Так, 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 так. Кто тут у нас возле матраса? Вот эта ось. Отлично, ребята. А вот возле колокольчика у нас мишка. По-моему, это гризли. Ага, уже гризли у нас был. Ну, пусть будет старый. Гризли у нас уже был. А вот ежика, по-моему, не было на стиральной машине. Друзья, точно не было, да. Вот так замечательно, друзья, хорошо. Отлично. Но все же я что думаю, друзья, давайте-ка мы изменим все же вот этот игрушки, вот этот ботинок мы поменяем. Все равно убрать этот ботинок мы поменяем на что-то новенькое. Вот. Вот, на вот этот коврик, да. Отлично.
И вот этот матрас мы тоже поменяем. А на что мы его поменяем? Сейчас посмотрим, посмотрим. Поменяем на вот эту вот лампу. Да. Вот так, здорово. Хорошо. А вот этот колокольчики мы поменяем на вот этот замечательный ковер. Вот. Да. Да, здорово, друзья. Хорошо. Отлично. Очень даже здорово. Ну-ка, ну-ка. Ну, пусть будет вот эта фруктовая нарезка. Мы поменяли три блюда. Посмотрим, что получится. Так, соберем монетки. Отлично. И еще вот так. Да, здорово, друзья. И давайте-ка привлечем животных. Посмотрим, что изменится. Так, кто к нам пришел в гости? Вот, здорово, друзья, смотрите, какой необычный хамелеон. Ничего себе. Здорово, это хамелеон. Пантерный хамелеон. Здорово, здорово. Это у нас белый мишка, какой замечательный, смотрите, друзья. Здорово, полярный медведь, отлично, отлично. Так, что тут у нас еще? Ага, фламинго, вот, вот фламинго. Розовый на белье вылез. Хорошо. А это у нас попугай. Вот так, кокоду. Да, отлично, друзья. Хорошо. Это у нас красная панда пришла в гости. Вот так. Очень замечательно. Хорошо, друзья. И еще ослик. Нет, это не ослик. Это черный конь. Черный жеребец. Да, точно, друзья. И у нас еще награда 500 золотых. Да, ребята, отлично. Вот так, замечательно. А теперь вместо этих фруктов мы еще положим какую-то вкусняшку. Так, чтобы нам положить такой. А давайте-ка положим пиццу. Да. И посмотрим, как это все изменится. Итак, привлекаем животных. И что же у нас изменилось? Вот, здорово, к нам пришел пингвинчик. Замороженный. Итак, замороженный пингвин. Очень здорово. Хорошо, друзья. А еще кто тут у нас? Да, это у нас бегемотик. Вот такой вот. Бегемот. Вот здорово, замечательно, друзья. Так, еще кто здесь у нас есть? Да, да, да. Вот такой вот замечательный морской слон. Очень хорошо. Так, коллекция пополняется, друзья. Так, ага, еще дама гипопотама. Вот такая вот. Давайте немножко подвинем, чтобы лучше ее видно было. Вот так, замечательно. Отлично. И вот еще аист у нас есть. Вот такой вот красавец. Здорово, здорово, друзья. Так, и вот еще ежик на коврик к нам пришел. Отлично. Очень красивый и замечательный ежик. Хорошо, друзья. Вот. Ой, кто это у нас танцует? Кто-то из них танцевал? Непонятно кто. Так, здорово. А теперь заменим пиццу брокколи. Посмотрим, кто же к нам придет на брокколи. Мы, по идее, должны пойти прийти травоядные животные. Мы сейчас посмотрим. Так, пришел жеребец. Беговая лошадь это у нас. Да-да-да. Ага, бегемот уже у нас был. А вот, смотрите, на стиральную машину носорог вылез. Здорово. Отлично. Еще красная панда к нам вот пришла. Очень здорово. Так, кто тут у нас еще? Дама гипопотама. Вот так. Отлично. Еще награда у нас 800 золотых. Вообще
Здорово. Ох, друзья, смотрите, белый кролик нам попался. Здорово, отлично. Белый кролик попался, хорошо. Здорово, здорово. Ну вот, ребята, а теперь самое интересное. Мы вот этот брокколи заменим на гамбургер. Это должно быть что-то потрясающее. Сейчас попробуем, изменим и привлечем животных. Разбрызгали феромоны. Так, ой-ой-ой, смотрите, какой сверху забавный тюлень в защитной форме. Военный такой тюлень, здорово. Военно-морской котик, особые животные, прикольно. Очень симпатично. А это кто у нас? Ой-ой-ой, мишка, полярный мишка, здорово. Так, и еще лев есть у нас, вот, 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 смотрите, какой красавец. Ага, здорово. Друзья, и морж к нам тоже пришел. Вот такой вот замечательный. Отлично. Хорошо. И еще леопард. Здорово. Так, это кто у нас? Ага, это красавица-лисичка. Вот такая вот красотка. Лисица-красавица, да. Кто красавица, то красавица. Очень симпатичная лисичка. Замечательно. Ну а теперь попробуем, друзья, привлечь бананы. Посмотрим, что, как животные на бананы пойдут. Итак, распыляем феромоны. И посмотрим, как что изменится. Отлично. Так, ослик, по-моему... Нет, ослика еще не было. Замечательно. Кокоду на ковре тоже еще не был. Здорово. Пингвины возле белья не фотографировали. Здорово. О, там какая-то одежда приближается, кстати, пингвины. Так, черный жеребец. Ну, тоже хороший снимок. Так, а вот белый тигр не помню, друзья. Не помню, был ли у нас или не был. Да, здорово. И у нас награда. 500 золотых. Отлично, друзья. Очень здорово. Так, ну а ежик был. Так, меняем, друзья, банана на вот эти листья. Посмотрим, что так изменится. Так, привлекаем животных. Привлекаем животных. Так, дама гипопотама, по-моему, у нас уже была. Нет, не было. Ошибка, значит, друзья. Так, ослик на ковру. Тоже не был. Угу. Хорошо. Вот. Разноцветный попугай не был однозначно. Попугай ара не было. Да-да-да, друзья. И вот этого черного жеребца не уверен. Ну, сейчас посмотрим. Был. А вот черный жеребец у нас был. Насчет мишки тоже не уверен. Не было. Да. Очень здорово. Так, и обычная серая лисичка. Хорошая фотография. Ее точно у нас не было. Очень хорошо, друзья. Итак, что у нас там осталось? Еще осталось попробуем приманить картошечкой, яблоком и морковкой. Итак, попробуем приманить картошку. Что изменится? Так, так, что тут у нас есть? Бегемот обычный. Да, получилось. Здорово. А теперь тигр. Очень хорошо. Замечательно. Отлично. Так, морской слон у нас был. А вот этого аиста 100% не было. Вот, аист. Журавль. Журавль очень здорово. А слон у нас по-любому был. Но сфотографируем на всякий случай.
Да, старой пусть остается. Старая фотография лучше. Леопард был, а вот этой рыси не было. Рысь, да, здорово. Но я проверю на всякий случай леопард. Был старый леопард. Так, а теперь мы еще изменим эту картошку на яблоки. Вот так. И приучим животных. Посмотрим, что же изменится. Итак, 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 друзья. Так, по-моему, друзья, кроме зебры ничего и не изменилось. Вот, зебра, замечательно. Бегемот, не уверен. Не здорово. Еще и награда какая-то. Отлично. А красная панда у нас была, друзья. Однозначно. Да, 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 да. Но новая лучшая фотография. Так, ежик у нас был здесь в стиральной машинке. Но новая фотография лучше. Черный жеребец у нас был. Нет, не было. Я был уверен, что у друзья был. И дама беги по потама. Да, новый, по-моему, немножко лучше. Итак, меняем яблоко на морковку. И посмотрим, что же изменится. Так, привлечем животных. И кто же, что же? Так, лось у нас был. Но нет, не такой лось был. Другой лось был. А вот такого ежика первый раз вижу, друзья. Это что-то оригинальное. Эль Сомбреро. Да, новые животные. Замечательно. Так, вот такой вот гризли, не уверен, был ли, не был. Ну, давайте-ка попробуем сфотографировать. Гризли. Нет, не было. Ну, а ежик на стиральной машине 100% был. Нет, старый, конечно же. Вот, а вот этого серого зайчика не было. Не было, это да. Почему-то белый кролик, хотя он серый. Почему, непонятно. Ну, пусть будет серый. А вот и есть и белый кролик. О, какая хорошая фотография. Белый кролик, дубликат. Нет, новый лучше. Отлично, друзья. Очень хорошо сыграли. А теперь пойдем-ка мы с нашим Хэнком. Он уже немножко устал. И на этом, друзья, будем прощаться. Уложим его отдыхать. Итак, друзья, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ожидайте новых серий. Всем пока!